Всем привет! Буквально только что прибежала я из магазина Fix Price и хочу поделиться своими небольшими покупками. Буду доставать все из пакета, если буду шуршать, то заранее извиняюсь. Первое, что мне попадается, это соль для ванны в объеме 1200 грамм, мятный чай. В прошлых покупках из магазина Fix Price я показывала такую соль того же производителя с ванилью и молоком, мне она безумно понравилась. И в этот поход я взяла себе вот такую вариацию. Соль сама по себе мелкая, в ней нет абсолютно никакого мусора, и она превосходно растворяется в воде, придает такой замечательный аромат. Могу смело, девчонки, порекомендовать эту соль, она достойная. Также повторила я покупку вот таких салфеток антибактериальных влаговпитывающих. Здесь 5 штук. В прошлый раз я такие салфетки приобрела по ошибке, и они мне очень понравились именно для уборки. Они хорошо впитывают влагу, не оставляют никаких разводов, никаких ворсинок за собой. Именно вот для влажной уборки это превосходный вариант. Попадаются мне вот такие пакеты для мусора, 120 литров, здесь 10 штук. Несмотря на то, что они сами по себе на вид такие тоненькие, просвечивают, но они, девчонки, крепкие и выдерживают достаточно много. И также пакеты для мусора уже на 60 литров, 30 штук, стандартные пакетики. Я, когда бываю в Fix Price, такие часто приобретаю, они хорошие. Попадается мне вот такой крекер, крендель малый. Очень люблю я такой крендель, именно с кофе, по утрам мне нравится. Именно такой из Fix Price я не пробовала, но думаю, что ничем он не будет отличаться от других таких. И также вот такой крекер, Здрава крекер, французский прованс в объеме 400 грамм, никогда не пробовала. А взяла, кстати, по наводке Светланы 1983, я видела, часто у нее такие печенья мелькают, и она их хвалит, говорит, что вкусные. Надеюсь, мне также понравится, но еще пока, девчонки, не пробовала. Также в Fix Price приобрела я вот такой набор расчесок для волос. Почему взяла? Здесь, во-первых, маленькая расческа, ну, достаточно небольшая расческа. Я хочу забрать ее на работу. Думаю, мне будет удобно, если даже в сумочку бросить. В принципе, она не такая огромная. Ну и также в пару к ней шла вот такая интересная расческа двойная. Здесь обычные зубчики, а здесь такие достаточно редкие. Я люблю такую расческу использовать на мокрые волосы. Стандартная моя покупка из магазина Fix Price — это спонжи для умывания. Я их всегда там приобретаю. Они ничем не отличаются от тех спонжей, которые продаются в косметических магазинах. Они хорошие по качеству, и данными спонжиками я смываю маски для лица. Прекрасно с этим справляются, улетают у меня просто мгновенно. И также в Fix Price я всегда приобретаю ватные диски. На этот раз взяла для себя новинку. Это КТ с ионами серебра. 140 штук. Ну, посмотрим. Я думаю, ничем они не будут отличаться от тех ватных дисков, которые я всегда беру. КТ такие розовенькие. Ну, попробуем. Также приобрела я себе средство для мытья посуды. Вот такая большая бадья. Здесь целый литр. Это у нас с ароматом грейпфрута. Пахнет действительно грейпфрутом, таким химическим, но очень приятным. Мне, кстати, данный аромат напомнил гель для душа, по-моему, от Аквафрут, что ли. Но аромат приятный. Само средство по себе достаточно жидкое, но, думаю, большой объем, ничего страшного, за такую стоимость, в принципе, можно приобретать. Также приобрела я вот такое средство от компании Home Star, 10 в 1, гель чистящий, универсальный. Заявлено, что подходит для всего, и для кухни, и для ванны. Ну, посмотрим. Мне бытовая химия в Fix Price очень нравится, и она действительно работает. Также, девчонки, я в прошлых покупках из магазина Fix Price показывала вот такой спрей для чистки плит от Home Star, 500 мл. Обалденное средство, я его испробовала, и оно просто справляется с любой ржавчиной, с любой какой-то накипью, убирает просто все и моментально, буквально
оставить на минуточек 10, и потом пройтись губкой либо тряпкой, смывается все, и остается просто чистая блестящая поверхность. Ну, это просто для меня какая-то находка, и в этот поход я приобрела себе таких аж целых, девчонки, 4 штуки. Вот они у меня все здесь 4. Классно, я могу смело порекомендовать. Кто не пробовал, девчонки, если не покупали, но видели, попробуйте. Действительно достойная вещь, справляется просто на ура. С любыми загрязнениями я отмыла и раковину этим средством. Даже пробовала чистить кастрюли, превосходно справляется. У меня газовая плита, и все равно на кастрюлях остается какой-то нагар. Просто моментально, буквально 5 минут, и все убирает. И также я взяла себе на пробу вот такое средство. Это уже санитол, никогда не брала для кухни. Заявлено, что удаляет нагар и стойкие загрязнения. Такая же упаковка, такой же дозатор, но взяла одну штучку. Думаю, попробую. Если мне понравится так же, как тут, то просто буду их чередовать. Но это средство я испробовала, и оно действительно достойное. Оно работает. Могу смело, девчонки, вот посоветовать. Очень классно. Ну вот, девчата, такие покупки у меня получились. Было их немного. Буквально взяла самое необходимое. Большое спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч. Всем пока-пока.